Добрый день, дорогие друзья. Вот так я придумала прикрепить Тиночке и Теслику травку. Верочка продолжает хулиганить, летать по комнате. Я теперь боюсь уже выйти из этой комнаты, потому что здесь собачки. Добавила одуванчик, также цветы. Вот листики они хорошо кушают. У нашей Тиночки уже 4 яйца. Сегодня у нас 22-е. Тиночка, видите, выходит кушать самостоятельно. Сегодня у нас с вами 22 августа 2022 года. Извините, не очень неудобно. У меня тут и подсветочка, и штатив от подсветки. Поэтому простите за качество видео. Просто уже, как, скажем, видеодневничок мы с вами ведем. Наблюдение за нашими птичками. Вот что у нас происходит на сегодняшний день. Вот так им нравятся одуванчики. Также я им цветочек подсолнуха добавила вот через это отверстие для кормушки. Ну и птички счастливы, как вы видите. Все это разбирать, собирать, общипывать. Здесь у нас веселятся изюм, коняшка и плюшка. А у нас 12 утра, но хомячушки Кэмпбелла не спят. Обратите внимание, какая дружная компания. А, кстати говоря, Кешью и Финик настолько подружились, они спят в одном колесе, в обнимашках, после отселения от фисташки. Бегают вдвоем тоже в одном колесе. Вот они и сейчас этим занимаются. Просто у меня подсветка туда не настроена. Значит, что еще происходит? У фисташки все в порядке. Детишки живы. Сейчас попробую подсветку. Вот так немножко будет лучше видно. Ну, здесь радуются ребята вкусняшкам. Здесь вот они, Финик и Кешью, в колесе вдвоем. Они там спят, они там вместе бегают. У ребят все отлично. Это уж я сегодня сразу отвечаю на вопросы друзей, подписчиков нашего канала, кто спрашивает, как дела у моих питомцев, которых я давно не показывала. Все живы-здоровы, ждем рождения все-таки агамок, яйца растут. Ой, щенки кусают друг друга. Вот такое вот огромное гнездо построила фисташка за туалетом. И там она прячет своих детишек. Детки живы. Фисташка выбегает здесь, кушает. Я поставила ей мостик. Вот сюда еды много добавила. Поилочка, тоже травки. Вот, кстати, фисташка уже сидит и кушает травки. И да, да, кстати, дорогие друзья, так как хомячкам нужна белковая пища, особенно мамочкам вот с детишками, я предлагала своим хомячушкам Кэмпбелла яйцо, творог, который у меня, это Финик, привет, привет, Финик, он очень красивый, а это Кешью. Предлагала как сирийским хомячкам творожок, яйцо, но вот кэмпбеллята почему-то вообще не реагировали ни на яйцо, ни на творожок. Извините, придется ответить на звоночек. Вернусь к ребятам чуть позже.